Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр портала retail.ru на выставке Retail Week продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день, Попков Александр, компания Утконос Онлайн. Недавно закончилась сессия, в которой вы были спикером. Расскажите, пожалуйста, какие интересные темы поднимались? Да, одни из основных таких тем, мне кажется, наиболее важных для рынка, это в целом тренды, которые мы видим в мясе и мясной гастрономии. Довольно интересно, что часть трендов действительно похожа, а часть трендов сильно отличается. При этом, так как в Утконосе сейчас самый широкий фреш на рынке, то мы можем оценить и увидеть тренды, да, исходя из такой большой выборки результатов продаж широкого количества товаров. И один из трендов – это, наверное, рост индейки. Его чувствуют уже очень многие. Довольно интересный тренд – это рост шашлыка. Если мы смотрим по первому кварталу, когда еще не начался сезон барбекю, и мы связываем это с тем, что все-таки большое количество людей продолжает оставаться за городом. Они любят шашлык, они покупают его и они готовят его. Вот. Мне кажется, это было самое интересное. И одно из самых важных вещей – это все-таки диалог, когда мы все понимаем, да, что нужно встречаться, нужно поднимать какие-то острые темы относительно роста доли промо, что с этим делать, какие выходы мы можем найти совместно, потому что это тот случай, когда один в поле не воин, и точно нужно договариваться, точно нужно общаться. Расскажите, может быть, про какой-то вектор развития Утконоса. Может быть, у вас есть какие-то интересные кейсы, вот, которые вы будете применять в самое ближайшее время? Основной вектор развития – это еще большее расширение ассортимента до 150 тысяч SKU на стоке до конца года, плюс сервис, который мы продолжаем держать на очень большом уровне, это очень важно для нас. Свежесть и качество, наверное, стоит сказать, что мы гарантируем свежесть по фреш-продукции. То есть если нашим клиентам приходит товар с свежестью меньше 50% от общего срока годности, мы возвращаем стоимость этого товара кэшбэком. Свежесть, сервис и широкий ассортимент – все на каждый день. Мне кажется, это основное. Замечательно. Я думаю, пользователи и покупатели, конечно же, оценят такой сервис. Давайте вы поделитесь своим впечатлением о нашей выставке. Может быть, вы были еще на других сессиях, слушали наших спикеров, может быть, ходили по нашей выставке и какие-то интересные стенды вас заинтересовали. Да, действительно очень интересно, очень много людей, очень много профессиональных людей. Приятно всегда погрузиться вот в эту атмосферу ритейла, да, увидеть коллег по цеху, услышать их, пообщаться с ними, скажем так, в неформальной обстановке, да, когда действительно в рабочее время где-то не хватает сил, не хватает, может быть, времени в основном, да, и у закупщиков, и у тех, кто работает со стороны продаж. И вот это такая возможность обсудить то, что не обсудили до этого, с чашечкой кофе, с чашкой чая. Поэтому, да, действительно классный ивент. Я могу сказать большое спасибо. Вот. И надеюсь, что буду на нем также в следующем году. Увижу также коллег по цеху. Всех очень приятно видеть, потому что, ну, когда работаешь долго, все равно уже знаешь людей из разных компаний. И иногда там, ты знаешь их детей, как растут их дети, ты общаешься об этом, параллельно решаешь рабочие вопросы. Мне кажется, это очень эффективно и очень правильно с точки зрения каких-то эмоций, которые ты получаешь. Добавить абсолютно нечего. На такой приятной ноте мы закончим наше интервью. Спасибо вам большое за общение. Спасибо. Спасибо вам.